привет, ребята, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется, ну, двери, Doors такая же, ну, просто это от русского разработчика, поэтому тут есть приколы всякие. Вот, да, вот, например, это у нас FNAF Play, мой почти любимый ютубер, он добавил в русские двери вот такие вот есть всякие разные картинки, ну, этот чел у нас, разумеется. И ключик. Я попытаюсь... Я хотела, ребят, хардкор записать, но, оказывается, хардкор доступен только если пройти обычный режим. Как видите, тут капкан уже. Есть капкан. Поэтому хорошо, что я не спешил. Тут у нас есть шкафчики. Тумбочки. Ой, я нашел ключ. Ну вот, я все испортил. А, достаньте! Достаньте, я сказала. А ну... Кищ отсюда, тумбочка. А ну. Как? Вот. Смотри. Ой, сейчас. А, все, норм. Не будет ничего. У меня, как видите, 120 уже каких-то монет. Так, тут нет капкана, да? А то, ребят, уже я опасаюсь. Это такая игра. От нее как бы можно всего угодно ожидать. Четвертая комната с ключом у нас. У нас тут вроде как хайда нету. Да. Так, ну сюда нам не надо. Вот, смотрите, капкан. Тут сюда нельзя попасть. Ну, смотрите, ребят, как поставили. Ну и как мне пройти? О, я прошел. Видели? Не, ну так, конечно, вообще ставят. Ну нифига же не пройдешь. Не понимаю этого. Ой, задвинулись дверки. Смотрите, ребят, прикол. С ключом я не. Я плохо ползу, да? А, нет, я выполз. Но когда без ключа, лучше. Попробую, ребят, пройти обычный сегодня режим. О, Я их выпил, что ли? Я их выпил зачем-то. Господи, что... Да нет, за что? Я случайно выпил таблетки. Теперь я случайно супер быстрый. Я думал, я успею вернуться, но мне кажется, нет. Таблетки. Нифига я быстрый. Нет, все, они меня замедлили. Спасибо. Вот, кстати, да, тут есть у нас Red Cat. Red Cat, ребята, Red Cat. Кто смотрит Red Cat, лайк. Я думаю, да. Думаю, некоторые подписчики точно смотрят Red Cat. Вот его видео, кстати. Снова FNAF Play. Так, ну это я даже комментировать не буду. Идем дальше. Ой, нет! А куда прятаться? Ну, говно. Вот говно. Давай иди ты в шкаф. Фух. А. Это у нас... я вспомнила эту сущность. Фух. Ой, ёлки-палки, я обосрался. Да, она у нас тут живёт. Привет, сущность. Как бы, привет. Пойду. Спасибо. А, попробую пройти этот режим. Тут не прям 100 дверей. Вот сейчас войти. А у нас, ребят, раш сломался. Я сижу. Нету. Нету, да. Ух ты! Текстурка, ребят, не прогрузилась, смотрите. Так, кто-то стучит? Ладно, я, ребят, пойду. Буду знать, что там в этом режиме. Так, самое главное, ребят, на капканы не натыкаться. Я вот боюсь капканы.
О, да. Русская версия, ну, потому что от русского разработчика так еще и назвали эту версию. Вот, например, еще раз. FNAF Play просто, вот, смотрите, видите, русские Doors. Поэтому я и называю их тоже русские двери. Самые хорошие картины в комнате собрались. Вот, смотрите, вот это говно меня хотело убить. Я же надеюсь, это просто как комнатка с многим количеством шкафов. Так лагает шкаф один. Ух, чё, а чё так лагает? Вот говно. А сейчас полетит? Полетел. А на этот раз это говно полетело. Ну, не говно, а раш. Обыкновенный. Ладно, ребят, пока полутаюсь, потом позже чуть-чуть включу запись, потому что пока сейчас нет ничего интересного. У нас опять свет моргает. Вроде как раша нету. Полезли без ключа, а то вон, смотрите, как легко без ключа лезется. Вот и библиотека. Так, ребята, ну, библиотека у нас вот такая. Как бы, да, тут надо собирать книжки. Это, ребята, математические примеры. Но меня очень лагает. Меня лагает, ребята. Лагают. Сдохнуть будет классно. Охренеть, не встать. А где еще одна книга? Да блин, лагает жестко. Господи, иди в жопу. Пожалуйста. Я тебя ласково прошу идти в жопу. Ну блин! Пожалуйста! Не бейте меня! Я добрый. У меня ник даже добрый. Так. Ну и в принципе, книжки так-то я... Сейчас еще у нас, ребята, свет будет гаснуть. Это самое плохое. И сейф-то я знаю. Так, побежали обратно лучше. С фигурами связываться не хочется. Да иди, нет, 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 иди, иди, иди. Нафиг, пожалуйста. Меня лагает при фигуре немного. Ребят, не обращайте внимания, это же русские двери. Это может быть все что угодно. Я понимаю, ребят, что меня плохо слышно, потому что звук как бы, вы поняли, да? Пошла фигура у нас, полетела. Так, мне бы надо бы еще одну книжку. Она, я так понимаю, там где-то, да, находится. Просто там что-то светится. Да не ходи ты тут. Давайте, ребят, подожду пока немножко. Классно. Господи, я обосрался. А, так. У меня этот пока что примерчик. Я не знаю, вот, ребят, я думаю сейчас, она меня тут убьет или нет. Так, там еще одна книжка подсвечивается, но она там ходит. Не страшно. Так, ребята, я отключил звук. Извиняюсь за звуки дома, которые, если вы слышите. Просто у меня дома птицы орут. Да. Так, где была голубая книжка? Нет, 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 не иди. Ух, прошла мимо. Мимо. Сейчас мы найдем.
Так это вот это светится. А, что-то тут новое. Подождите-ка. Минуточку. Так. Так. Сейчас я не понял, а где еще одна книжка у нас? А, вон там что-то подсвечивается. Там как раз нет фигуры, я так понимаю, последняя книга там. Мне придется рискнуть туда пойти. Не, ну в принципе, она не убьет, она же так ходит, знаете, там, можно сказать, так широко. Она там на втором этаже ходит, кайфует. Вот видите, она по центру только идет. В принципе, я сейчас немножечко в угол забьюсь. Так хорошо, что я не слез. Ух. Не иди! Не иди! Так. Последняя книжка у нас тут где-то. Да. Да, давай. О, да. Она как-то, видите, тупо ходит. Вот так. Смотрим список. Сейчас, ребят, я проведу тут действия арифметические. Ну, калькулятор я, конечно, не смогу открыть. Ну, что, мне посчитать нетрудно. Так, ребят, я посчитала. Там 87 получилось. Ну, блин! Ну, ты тварь! Ну, ну, ты тварь, козлина ты! Ну, как? Ну, как? Ну, вот... Ну, конечно... За что вы так со мной? Он как раз стрим на вплее. Как мне эти двери задолбали. Да. Ну. Поздравляю. Поздравляю. Мы сдохли. Вот стоило только. Вот стоило слезть, ввести этот долбанный код. И меня убило какое-то чмо. Ну как бы нам, без комментариев. Что ж, не получилось меня тут пройти. Да и в предыдущий раз меня как-то я огонь вообще не задел, я сдох. Поэтому, наверное, в это как-то я уже не хочу играть. Ну ладно, что ж, тогда всем пока.